Всем привет! Вы на канале Алекс ТВ. Привет! И сегодня мы будем возвращаться к старой рубрике. Ну, в смысле того, что я раньше снимал все в моей жизни, что было. Ну, не все, но, например, я ходил в магазин вон туда, помните? Вот. Там Дикси еще был. Вот, а там Магнит сейчас. Но сейчас я туда не иду, а я иду вон в ту сторону, в магазин Надежда. Вот. И я не только буду идти за хлебом, как в тот раз я записал, иду за хлебом, а я иду за продуктами. Вот у меня пакетик. Вот. О, привет. Ой, там мисс Милена шла. Вон там. Вот. Короче, мы идем. Ой, ё-моё, чуть не упал. Короче, слишком много слов. Короче, ну ладно. Не обращайте внимания. Я буду покупать продукты, ну, например, у меня есть список, я буду покупать, пойдем по списку, там хлеб, пельмени, колбаса, еще что-то, хлеб, пельмени, колбаса, что-то еще там было. Ну вот. О, машина. Так, главное не палить номера. Не палить. Тихо. Да. Напишите в комментариях, как мне лучше снимать. Потому что... Ну, я имею в виду, я хорошо снимаю, или мне надо как-нибудь улучшить съемку там, советы напишите мне. Может, я ужасно снимаю. Не, я пересматриваю видео, конечно. Но вот вчерашнее видео у меня получилось не очень. У меня там музыка звучала. Трагедия в Кемерово. Вы помните, наверное. И смотрите, сегодня 28 января, марта, уже апрель, но тут голый лед, лед голый, вот видите, вот солнце, так-то холодно, но не так сильно. Настоящий февраль какой-то. Или январь. Не, ну конечно, вот есть. Где-то очистили, где-то растаяно. Но где-то ничего не очищают. Мы уже почти подошли вот за этим. За этим домом уже это Надежда. Магазин называется Надежда, я, наверное, уже говорил. Или нет. Начали видео. Вот смотрите, лед. Сейчас докажу вам. Вот. Все, это лед. А тут уже твердый. Надеюсь, и заветно не будет вот такие. А то меня не будет слышно. Вот. Извините, если я что-то вот так снимаю, потому что я когда смотрю прямо, когда под ноги, я же не могу вот так идти прям. Так что вот так. Народу много. Я все
боюсь, что когда народ идет, я вот так отворачиваю, чтобы не попали в кадр. А то будут ругаться, заметят. Типа, чего ты снимаешь? Вот. Я мог бы обрезать. Точнее, на паузу поставить. Ну ладно, мы уже подошли тут. Чё? Вот там ЖД вокзал. Вон там. Там мост. Вот. Ну, вы мой город уже, наверное, знаете. Тут вот изрисовали. Вот. Это аптека. Аптека. Вот. Тут аренда. Я не буду показывать. Ну вот, аренда там. То, что попадет номер телефона. Мне этого не надо. Сейчас я кое-что посмотрю. Так, первое у нас по списку батон белый. Ищем. Вот батон. Первый товар есть. Сюда. Ой. Закупился я, короче. Вот, я не снимал, как я покупала, оказывается, нельзя снимать. Вот. Но я не влезала в это дело, я что буду спорить. Я маленький еще, чтобы спорить со взрослыми. Ой. Вот. Вот я накупила там пельмени. Маме видно. Я вам показал, как я купил, что хлеб, и все. По-моему, все. Я показал, как я купил хлеб. Впрочем, больше я вам ничего не показывал. Я купил колбасу охотничью. Потом себе я купил водичку. И я купил пельмени с маслом. Все. Вот мы идем. Ой, мне так тяжело. Я тут накупил. Не могу. Я так. И раньше я так такие тяжести не таскал. И, короче, мне сказали, чтоб я купил масло в пределе 77 рублей. Я нашел там 77 рублей масла. Я такое и купил. Потом эти там пельмени 97. Ой, блин, я забыл кое-что взять. Чек. Я обычно беру, а тут не взял. Я же вам поторопился. Да, я неровно снимаю, конечно. Я вперед смотрю. Мне еще неудобно вот это таскать. И еще снимать. Пошли, типа, быстрее вон там. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Моя рука. Нет. Ой. Ой. Все. Ой, отдохнем. Я на фон ничего не буду музыку ставить. Скажите, вот с музыкой вам лучше, когда я снимаю? Или хуже? Ну или... Не, конечно, с музыкой
лучше, я понимаю, но мне это трудно делать. Я делаю только, чтобы вам было весело, но я там, мне надо посмотреть, хватит ли, вот надо подобрать момент, там, когда музыку ставить, вот. Не, я могу на час сделать музыку и это, пусть она играет, а когда видео закончится, ну, я ее обрежу, но это будет резко. Вот. Хотя, не, с музыкой еще память занимает, надо еще качать ее, просто так-то нельзя. Опять мою руку съедает, это сука. О, смотрите. Опять эта сумка съедает мою... А, опять мою руку съедает эта сумка. Или вот так. Опять мою руку съедает моя же сумка. Чё ты едешь? Так резко прям по... Тропинка. А вот этот лед уже не пробить. Пытались, но... Нет. Моя рука... У меня две руки и сразу устают. Точнее, устали. Потому что я... И снимаю, у меня рука устала. И это устала. Держать этот пакет. Ой, ну что такое? Можно мне жемчуг Эндера из Майнкрафта? Я вон туда телепортируюсь. Ой. А, ну что такое? Нет, я до дома не дойду. Давайте побежим хотя бы. Хотя это рискованно, можно упасть. Но ладно. У вас камера трясется, я знаю. Ну что поделать? У меня нет... Ой, у меня рука еще сильнее устала. Я сам уже устал. Ну что, на этом видеоролик подошел к концу. Что ж, вы были на канале Алекс ТВ. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте колокольчик. И всем пока-пока. Не забывайте ставить лайки. Всем пока.